Всех приветствую на своем канале. Хочу вас познакомить с одним очень интересным стартапом под названием Loyal Coin. В общем, вы видите у себя на экране главный сайт данного проекта, и мы видим таймер, на котором обозначено, что пресейл заканчивается через 6 часов. Вообще, в принципе, проект очень меня заинтересовал, он набирает популярность, становится всем известным, и можно сказать, что этот проект способен решить большое количество проблем. Они вот предлагают нам здесь видеоролик посмотреть, вы обязательно посмотрите этот видеоролик, сейчас я его не буду включать. Сейчас я постараюсь вам объяснить в двух словах, что это за проект, что он из себя представляет, какие проблемы он будет решать. Вот дорожная карта проекта, мы видим white paper, сейчас я открою white paper, и мы, тут русскоязычный white paper, что радует, и мы ознакомимся с ним. Вообще, вот содержание, сейчас я пролистаю. Агентство Absolutely, основанное в 2013 году на Филиппинах, запустило цифровые платформы и мобильные приложения, помогающие компаниям любых масштабов, включая некоторые первоклассные мировые бренды, быстро расширить позиции на рынке и ускорить рост путем обеспечения более качественного потребительского опыта с помощью программы лояльности и поощрений. Вообще, в принципе, давайте потом вернемся еще к white paper, перейду на Bitcoin Talk ветку. Вот планы ведения здесь пока буду листать и объясню вам, что это такое. Loyal Coin. Запуск Loyal Coin будет включать обязательства организаций, покупающих криптовалюту и использующих ее для потребительских, оперативных и других инвестиционных целей. В общем, участники этой новой экосистемы будут способствовать развитию новой организации программ потребительской лояльности благодаря своей деятельности и финансовой поддержке, способствующие расширению нашей платформы. Например, в развивающихся экономиках Азии, ориентированных на потребление, распространение комплексной проактивной системы потребительской лояльности может привести к большой лояльности покупателей для компаний, валовые чистые доходы которых впоследствии вырастут. Массовое внедрение экономической деятельности в изменчивой среде, формирующей лояльность, станут движущим факторами, повышающими ценность каждой единицы Loyal Coin. То есть у Loyal Coin большие планы на будущее, это перспективный проект. Loyal Coin будет они утверждают, что цена на них будет постоянно расти, так как они будут постоянно пользоваться спросом. Ассортимент решений здесь указан. Давайте в white paper зайдем. Вот, ассортимент решений. Absolutely, в свою очередь, обеспечивает сетевой мост, связывающий бренды и продавцов с потребительской аудиторией. Их девиз – лучшее обслуживание для потребителя. Главная услуга, которую они представляют, и главный аргумент в пользу использования криптовалюты блокчейна – это цифровая лояльность. Благодаря нашим индивидуальным цифрам, программам лояльности, компании могли предлагать такие средства поощрения, как купоны, бесплатные рекламные образцы, а также бонусы и цифровые активы в виде токенов, способствующие потребительской лояльности и длительным деловым отношениям. Таким образом, они расширили использование цифровой лояльности до инноваций, обеспечивающих условия для взаимодействия с цифровыми программами лояльности в режиме офлайн, синхронизации онлайн и офлайн деятельности, относящейся к поощрениям и созданию программ поощрения сотрудников. Более того, в их стремлении удовлетворить потребности клиентов и многоканальных решениях запустили следующие сервисы. Это цифровой маркетинг, электронная коммерция, логистика, веб-программирование и разработка приложений и так далее. В общем, очень интересный проект. Мне кажется, вот есть клиенты. Нынешняя клиентура включает некоторые из крупнейших корпораций. Мы видим вот такие известные корпорации. Вот они на вашем экране. Вот, к примеру, Starbucks. В общем, много у них плюсов. Сориентированы они в нужном проект. В двух словах, актуальный. Он очень актуальный и перспективный. Вот, решение у них, они предлагают такое решение, Loyal Platform. Это комплексная экосистема, которая будет построена агентством Absolutely с целью инициации нового поколения программ потребительской лояльности или экономики лояльности. Предполагается, что эта экосистема, которая будет включать новую виртуальную валюту, цифровой кошелек,
ряд немарочных приложений и коалицию обслуживающих продавцов, изменит текущую новоодушевляющую и лишенную ценности систему поощрительных бонусов на систему поощрений на основе криптовалюты с ориентировкой на ценность. Такая система намного превзойдет стандартные программы поощрений. Вот. Программа Loyal Platform потребители, ну, благодаря вообще Loyal Platform потребители более склонны к программам лояльности от компаний, поскольку получают более качественные поощрения для последующего их использования. В общем, дальше, если вам интересно, вы можете полностью ознакомиться от первой странички до последней и понять их идею, их цель, их предложение, как бы, и тогда уже решайте, инвестировать в этот проект или же нет. Я считаю, что стоит инвестировать в проект. Как бы можно инвестировать в ICO вот, с помощью NEMO, биткоина и Ethereum. В общем, вы можете принять участие в ICO, в токен сейле. Также можете принять участие в баунти компании. Вот Bitcoin Talk веточка баунти компании. Так что принимайте участие, получайте вознаграждение. Вот здесь все расписано. Twitter 15, Facebook 15, переводы 20, подписная 30, Telegram 5. Публикации 10 и YouTube компания 5%. Так что все в ваших руках. Если вас интересует этот проект, если вам интересно, если вы считаете, что он перспективный, я так считаю, как бы, то принимайте участие в баунти компании и в токен сейле участвуйте. В общем, спасибо разработчикам за этот проект. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось данное видео. В общем, всем желаю удачи, всем пока.